Кирилл Мазохин укладывает в последний пакет макароны, печенье, мыло. Небольшой продуктовый набор – это благотворительная помощь для ветеранов войны и труда, студентов и педагогов Саровского техникума. Надо помнить и чтить память ветеранов, которые отстояли нашу страну во время Великой Отечественной войны. В этот раз подарки отправились к жителям трех микрорайонов. Студенты упаковали 60 наборов. Акция «Никто не забыт» проводится после празднования Дня Победы, когда отгремели все мероприятия, и ветераны вновь остались наедине со своими проблемами. Поэтому мы всегда пытаемся акцию нашу перенести на после, чтобы напоминать о том, что все-таки этот праздник существует и после этой даты. После небольшого инструктажа ребята отправились к адресатам. Во втором микрорайоне студентов уже ждала председатель Совета ветеранов. Она отметила необходимость поддержки пенсионеров, которым порой не хватает средств на продукты первой необходимости. И зачастую такая забота вызывает целую бурю эмоций. Ребята принесли продукты, и там была соль. И женщина рыдала. Она говорит, что да, действительно. Она говорит, что она вот жила в Ленинграде, в блокадном. Соли не было, ничего не было. И когда она увидела соль, она так рыдала. Ребята вместе с Людмилой Михайловной разнесли продуктовые наборы по адресам. В этот раз во втором микрорайоне благотворительную помощь получили 18 ветеранов. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.